отвлекись от дел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Да шаг за шагом нелегко, APL тебе поможет. Говорим тебе сейчас, ты в команде и тоже. Ты достоин аплодисмента. В новый день мы расскажем тебе, как нужно. APL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. APL, это мы, расширяем границы. Дорогие друзья, как меня видно, слышно? Я сейчас сделаю так, чтобы было удобно. У меня очень красивый сегодня кабинет. Я нахожусь в московском представительстве. Передаю вам всем привет прямо из сердца компании, из Москвы. Да, так получалось, что в последнее время я выходила в прямой эфир из разных городов и стран. Сегодня, слава Богу, дома. Вот, и мы с вами сегодня проведем очень интересное время, потому что сегодня у нас очень интересная тема. Но вначале я хочу вас всех поздравить с праздником, с Днем России. Я думаю, что очень многие люди празднуют. Те люди, которые сейчас в других странах находятся, все равно это уже ваш праздник, да? Давайте друг друга поздравим. И напишем в чате, пожалуйста, пока я буду начинать, свою страну и город, чтобы все увидели ту географию, которой сейчас владеет компания.
огромное количество разных стран представлено на флажках у меня тут, и большое количество людей. Я знаю, что за каждым именем сейчас, возможно, сидят много человек, да, я знаю, что партнеры собрались в своих офисах. Вот, поздравляю вас всех, приветствую, и мы сегодня должны очень плотно продвигаться, потому что у меня к вам очень много информации. Сегодня я уверена, что мы проведем полезный, как минимум час, я буду стараться, как всегда, уложиться. Вот, сегодня как бы заявлена тема «Эффективное планирование». И я думаю, что очень многие люди, которые сегодня присутствуют в этой комнате, выйдут совершенно другого рода, они будут знать, что нужно делать, как конкретно, чтобы осуществить свою ближайшую цель. Коротко представлюсь. Меня зовут Алиса Гукова. Я являюсь международным директором компании EPL. В компанию EPL я пришла, для новых людей рассказываю, 23 февраля 2016 года. И на сегодняшний день, пригласив со своего основного аккаунта всего лишь 21 человек, у меня команда выросла до более 6 тысяч человек, причем это люди, которые работают вместе с нами, сотрудничают. Тихо стало. Сейчас мы делаем громче, не волнуйтесь. Угу. Это люди, которые сотрудничают с нами в более чем 30 странах мира. А теперь напишите, пожалуйста, как сейчас слышно. Мы сейчас должны отрегулировать, чтобы не было ни громко, ни тихо, чтобы мы потом на это не отвлекались. Напишите, пожалуйста, в чате. Еще чуть-чуть громче? Чуть-чуть еще. Сейчас сделаем. Хорошо. Благодарю вас. Когда-то там, на заре своего прихода в сетевой бизнес, а это было еще в прошлом веке, в 1997 году, я мечтала о том, чтобы построить большую структуру, иметь хороший пассивный доход. Но время изменилось, и сегодня в нашу жизнь пришел интернет, и он дает совершенно грандиозные возможности, потому что, когда я узнала, что можно сегодня строить сеть в интернет, я приложила очень много усилий, очень много времени провела перед компьютером, потому что я была абсолютной ноль. Но с первого дня я мечтала о большой международной команде. Я вам передаю это желание. Мечтайте ставьте высокие цели, мечтайте о большом, и я уверена, что вы притянете это в свою жизнь, а наш сегодняшний вебинар – это дорожка от того пункта, который каждый из нас сегодня находится, к той цели, которая является для вас, как бы, несколько целей, которые являются для вас, как бы, очень значимыми и которые хотелось бы достичь уже к концу года. Есть ли такие люди, у кого есть цели? Есть, да? Я сейчас ставлю слайды, и мы с вами начинаем. Так, тема нашего сегодняшнего вебинара, тема нашего сегодня тренинга «Успешный старт партнера» – это эффективное планирование. Кто умеет эффективно планировать, напишите в чате, я вам буду вопросы задавать, чтобы вы не засыпали. Кто умеет планировать, а кто бы хотел научиться? Прежде чем научиться планировать, нужно осознать, что плановый отдел есть у каждого предприятия. Те люди, которые считают, это таких людей большинство, что когда у меня будут деньги, я буду знать, куда их потрачу, эти люди рассуждают неправильно. Вы знаете, что люди, которые зарабатывают серьезно, те, которые владеют большими предприятиями, это люди, которые сначала ставят цели, а потом идут к ним. И планирование – это как раз-таки оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели. Какие же этапы есть у планирования? Ну, во-первых, нужно поставить цель или задачу. Дальше нужно составить программу действий, то есть что я буду делать, чтобы продвигаться к своей цели. Те люди, которые работают, просто приглашая людей, просто проводя встречи, это люди, которые работают ради работы, потому что цель, она выстраивает вектор нашего движения, вектор наших усилий. Мы должны это понимать, что мы куда-то продвигаемся, что мы зарабатываем все больше и больше, мы становимся больше и большими профессионалами. Затем мы должны сконцентрироваться на том, какие нам необходимы ресурсы. То есть, если у вас группа находится только в одном городе, это значит, что у вас должна быть поставлена система. Если еще недостаточно людей для того, чтобы поставить систему, вы должны нарастить количество людей и потом окунуть их в систему Go, о которой я надеюсь, что все знают, кто не знает, посмотрите наши предыдущие вебинары.
Если же, например, у вас группа есть в разных городах и, возможно, даже странах, у вас должны быть обязательно какие-то ресурсы. То есть вы можете проводить скайп-встречи, вы можете проводить скайп-встречи с вашими первыми линиями, вы можете проводить скайп-встречи с, например, одной вашей первой линии и группа этого человека, этого партнера. Вы можете осваивать потихоньку вебинарные комнаты, потому что сегодня это жизненно необходимо. Просто поверьте мне, если я этому научилась, вы 100% научитесь, потому что вебинарная комната – это то же самое. Нажимаешь 3 кнопки и все, уже научился. Просите ваших наставников показать вам или смотрите видео на YouTube, чтобы обязательно освоить это, потому что вебинарная комната позволяет соединить в один час огромное количество людей с любой точки мира, просто скинув им ссылки. Определение непосредственных исполнителей и доведение планов до них. Мы все можем продвигаться и делать, выполнять какие-то квалификации, зарабатывать больше и больше денег, только если наши люди продвигаются. Поэтому нужно научиться ставить командные цели и проговаривать и обсуждать свои цели, цели ваших партнеров и совместную работу на ближайший месяц, а возможно, что и год, потому что у нас есть турне лидерские, у нас есть большие форумы, которые проводятся и от компании, и внутри какого-то региона, и есть там система в городе. Нет видео, просто перезайдите, потому что вы одна только, пожалуй, с ними. Просто перезайдите еще раз. И, конечно, нужно фиксировать результаты планирования. То есть, если вы ставите какую-то цель на неделю или месяц, вы должны спустя неделю или месяц проанализировать, продвинулись ли вы, что вам могло помешать, и как улучшить свое движение, чтобы все-таки продвигаться к поставленной цели. Кто со мной согласен, напишите плюсики в чате. Я жду. Слышно меня? Видно? Отлично? Хорошо, благодарю. Какие существуют способы планирования? Такую немножко смешную вам картинку нашла. Стратегическое планирование – это что? Это наша цель, что я хочу достигнуть. Тактическое – то есть что я буду делать, чтобы продвигаться к своей цели. И оперативное планирование – это, конечно, наше ежедневное планирование. То есть в ближайший месяц мы должны расписывать ежедневники каждый день. Перед тем, как ложиться спать, у нас должны быть конкретные действия уже записаны. Кому мы будем звонить, с кем мы будем встречаться, во сколько я буду посещать вебинар или события в РСО или в офисе компании, если оно есть в моем городе. Значит, смотрите, когда люди начинают, очень часто они делают такую, очень много людей делают одну и ту же ошибку. Я могу вам объяснить, почему. Потому что я думаю, что 95% людей, которые являются партнерами компании, это люди, которые приходят с наемного труда. Вот напишите, пожалуйста, кто работал на работе или еще, может быть, возможно, продолжает работать, да? Напишите там единичку в чате, да, кто ходил на работу, кто пришел с наемного труда, кто еще ходит на работу. Смотрите, люди, которые ходят на работу, это люди, за которых все решили, да, то есть они не умеют планировать, они не могут самоорганизоваться, они мечтают о свободе, но очень часто они не могут этой свободой воспользоваться. И тогда есть люди, которые уже строили сетевой бизнес, и есть люди, которые имели свой собственный бизнес. Вы напишите, пожалуйста, пятерочку в чате, чтобы мы увидели, какая у нас сегодня аудитория. Для тех людей, конечно, немножко проще, потому что эти люди уже знают, что такое капиталовложение, эти люди знают, как стремиться к тому, чтобы вернуть свои деньги в дом. Эти люди умеют планировать свой день и самоорганизовываться. Для всех остальных людей это просто есть возможность этому потихоньку учиться. Но для того, чтобы стартовать к звездам, нужно хотя бы знать первоначальную точку, то есть от чего мы сегодня отталкиваемся. Какова ситуация в моем бизнесе именно на сегодня? Я нашла очень интересное видео, наверное, многие из вас знают такое сообщество «Бизнес-молодость», и буквально 3 минуты, как достигать цели или ваше движение из точки А в точку Б. Смотрим видео. Так, что-то я не могу его пустить. Сейчас, одну секунду. Запустила. Как громкость? Что мне тихо?
Если обобщить все наши старания стать лучше, быстрее, умнее, богаче, то все можно свести к движению с точки А в точку Б. Нас не удовлетворяет текущая позиция, и вроде как мы стараемся добиться чего-то большего. Это мы посвящены все наши деятельности, все наше развитие, карьерное, финансовое, умственное, духовное. Мы хотим стать лучше, чем мы есть сейчас. Скажите, у кого из вас есть такое ощущение, что вот сейчас свалится на меня манна небесная? Сейчас на меня упадут деньги. И вроде вы уже знаете даже откуда, и у вас есть какие-то задумки и проекты. Ребята, такого не будет. Не будет однозначно. Просто продолжите линию того же самого тренда, по которому вы идете к текущему дню, дальше, еще на 5 лет вперед. И посмотрите, кем вы станете. Скорее всего, все будет хорошо. То есть ничего страшного не произойдет, ничего драматичного. Вы не станете бомжом, вы останетесь здоровы, вы купите себе квартиру в ипотеку, купите себе машину. Правда, не Мазерати, и не Ламборджини, и не Феррари. Купите себе хороший Ford Mondeo. Но тогда смысл визуализировать Феррари? Тогда вы уж выбирайте. Либо вам стоит забыть о точке Б и так и сказать, что это вам не нужно, либо... Если вы хотите здесь и сейчас, сразу и круто, то тогда надо что-то изменить здесь, в голове. Первый шаг — это признание правды. Это отказ от иллюзии относительно того, что мы развиваемся. Мы развиваемся только тогда, когда это подтверждено деньгами в кассе. Конечно же, если бы это видео было адресовано, например, аудитории врачей или людей искусства, деньгами в кассе невозможно измерять эффективность. Там были бы другие категории. Но раз уж вы считаете себя предпринимателем, будьте готовы признать ту стоимость и ту ценность, которой вы равны. Поэтому, когда вы поняли свою точку А, ее вы только что поняли, стоит понять, что ее теперь нужно менять. Теория достаточно простая. Буква А в кружочке — это точка А. Есть буква Б в кружочке, между ними есть стрелка. Так вот, вот в этой стрелке, в этом движении вся соль. Например, вы сделали сайт, который генерирует вам звонки, или наняли сотрудника, внедрили какое-то решение, и по факту точка А изменилась, значит, это действие правильное. Если точка А так и осталась на прошлом месте, если по факту уровень дохода не вырос, значит, действие неправильное. Ну, спасибо, капитан Баян, скажете вы. Здорово, истину открыл. Но, тем не менее, далеко не каждый это признает. Мозг очень коварный персонаж. Он говорит нам, делайте что-нибудь, мы делаем что-нибудь. Правда, ничего не меняется, и мозг это не фиксирует. Он забывает о том, что надо смотреть правде в глаза, что надо считать показатели, что надо замерять статистику. Ведь действительно, без статистики-то жить проще. Поэтому, когда вы с этим согласны, стоит подумать теперь о точке Б. И проблема является в том, что многие точку Б, вот это целеполагание, заезженное во многих книжках и фильмах, все воспринимают как визуализации. Что вот надо визуализировать, представлять ее там в виде вкуса, слуха, обоняния, колдовать как-то на эту свою цель, и тогда она сама вот собой произойдет. Да не произойдет. Я пробовал, если честно. Визуализировал каждый день. Но чего-то вот как-то вот визуализации мне не помогают. Мы хотим упростить немножко понятие цели, сделать его инструментальным. Цель тогда хороша, когда она здесь и сейчас дает вам энергию, когда она вызывает мандраж. Заметьте, что как только вы хотите купить машину, вы можете хотеть ее купить 2 или 3 года или 5 лет, бесполезно, просто хотеть. Но как только вы решили ее купить и сделали первый шаг к этому, как только вы вошли в фазу покупки, вот тут-то вы не можете спать. Мы движемся по целям, как по чекпоинтам в компьютерной игре. Мы решаем и приобретаем одну цель за другой, чтобы получить как раз ту самую инъекцию энергии, чтобы получить причину, ради чего нам нужно пахать. Внутри нас сидит такой зверь, которого невозможно обмануть. Он понимает две вещи. Одна называется приятка, а другая печалька. Если вот его конкретно это заряжает, например, девушку заряжает новые туфли, то это ее заряжает. Она понимает, например, что настроив контекстную рекламу, запустив лендинг и получив там 5-10 продаж, она может купить себе туфли. И это наполняет ее энергией. Она думает, так, надо мне вложить деньги обратно в бизнес, или мне надо сейчас там разместить в паевых фондов. Зверь внутри нее говорит, не верю. Он говорит, ты обманывай кого угодно, но не тебя. Поэтому, когда она начинает себя обманывать, когда она начинает себе говорить то, что ее действительно не зажигает, то, что ей навязано там со стороны родителей или общества, зверь ей говорит, хорошо, ради бога, занимайся чем угодно, но только вот тебе лень, на. Депрессуха, на. И ощущение бессмысленности всего происходящего, на. Мы считаем следующее. Не стоит ловить цели далеко за пределами своих возможностей. Как у собаки Павлова, у вас рождается естественный рефлекс, что я делаю действие, получаю результат, приятку. Проблема заключается в том, что очень часто мы испытываем чувство вины и не можем себе позволить вынуть деньги из бизнеса, потратить на себя. А еще есть разряд
творческих личностей, которые говорят, да мне деньги не нужны. Я хочу людям помогать, хочу помогать голодающим в Африке. И они, знаете, такие критиканы, которые говорят, вот у нас все там плохо, разворовано, у нас вот правительство, у нас государство, вот я выйду на площадь. Измерить пункт А, чтобы потом понять, где мы находимся. И для того, чтобы проанализировать пункт А, мы с вами что делаем? Ой, что-то я не могу переключить. А, нет, я вам поняла. Угу. Сейчас, одну секунду. Так, вернемся к слайду. Ага. Вот, анализ точки А. Как-то утром я проснулась совершенно несколько дней назад. Все отлично, меня видно, слышно. Кому понравилось видео, можно поставить в чате какой-нибудь возглас типа восклицательного знака. Понравилось? Да. Мы должны видеть, что мы движемся. Для того, чтобы видеть, что мы движемся, мы начинаем с точки А. Как-то утром я проснулась несколько дней назад и думаю, а задам-ка я всей команде один и тот же вопрос. И я написала каждому в личном сообщении. Напиши, пожалуйста, какой товарооборот у тебя прошел в мае, что повергло всю группу в огромный ступор, и никто мне внятно не смог объяснить. Один писал квалификации, другой написал количество партнеров, третий человек писал количество даймондов, и ни один человек, кроме Ирины Малько, кстати, которая сегодня находится на выезде в городе Оренбурге, человек, который совершенно недавно в бизнесе после Турции очень мощно рванул, и сейчас она работает с новым партнером в Оренбурге на выезде, да? Одна Ирина Малько мне сумела внятно ответить на этот вопрос. Хотя мы должны сегодня осознать, что у нас у каждого свой собственный электронный магазин. Кто это уже понимает, напишите плюсики. У каждого из нас есть свой собственный электронный магазин. Он открыт 24 часа в сутки на 52 страны мира. И если мы предприниматели, и мы не знаем, что произошло в прошлом месяце, то какие мы планы можем строить на будущее? Очень многие люди планируют квалификации. Когда я у них спрашиваю, какая у тебя цель, люди говорят, амбассадор, национальный директор или еще какие-то красивые квалификации, которые врезали в голову. И между тем у этих людей, возможно, прошел в прошлом месяце товарооборот 400 пи. Или, например, 1200. Человек мечтает стать амбассадором. Каждый месяц он испытывает глубочайшее разочарование сам в себе. Он понимает, что кто-то продвигается, а я нет. И не понимая, что нужно просто сделать анализ точки А и выстроить вот эту дорогу к твоей красивой, большой цели. Между тем, исполняя свои маленькие цели. Итак, анализ точки А, мы с вами сейчас все это будем анализировать, потому что я сделала много скриншотов из бэк-офиса, потому что очень много партнеров, они вообще не знают бэк-офиса, они не знают, как посчитать групповой объем, они не знают, где твоя личная группа, они не знают, как посчитать товарооборот, который прошел в первом периоде без перелива. Поэтому я уверена, что большое количество людей здесь является профессионалами, но слава богу, у нас будет запись вебинара, и вам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы объяснять своей команде элементарные вещи, потому что я здесь проанализировала все. Первый вопрос, который бы я советовала задать каждому сам себе – сколько партнеров у меня в команде? Если это две ветки, сколько в одной, сколько в другой? Второй вопрос. Сколько лично приглашенных партнеров? Первая линия. Вы можете уже начать на листочке себе отвечать. Сколько партнеров, или это сделать после окончания вебинара? Но я думаю, что возьмут от этого вебинара только те люди, кто перейдут к практике сразу же после, потому что слушать это хорошо, но когда ты сделаешь, приходит осознание, а когда приходит осознание, ты можешь передать своим командам. Помните самое главное правило построения огромной сети. Это слово «дубликация». Большое количество лидеров, которые являлись уже профессионалами сетевого бизнеса, или те люди, которые уже владели большим количеством товарооборота в традиционном бизнесе, видели большое количество денег, у тех людей уже заложена программа, они не боятся денег, они знают, как ими руководить и как их зарабатывать. Но сегодня я посвящаю вебинар тем людям, новичкам, которые еще
только-только начинают и должны сегодня отталкиваться от той ситуации, что они новички, и им придется осваивать профессиональные навыки и зарабатывать, учиться зарабатывать в сетевом бизнесе. То есть это система, которая легко дублицируема, которую может взять любой партнер, даже новичок, и просто начать это делать. Сколько партнеров в своей команде без перелива? Потому что вы знаете, что Бинар нам дает переливных партнеров, которые за нас, за нашим аккаунтом могут ставить наши наставники. У кого есть переливы, напишите, пожалуйста, в чате. Какой процент активных партнеров в твоей команде? То есть люди, которые делают активность, а на следующий месяц не делают. Очень хорошо бы знать, какой процент активных партнеров, чтобы планировать дальше рост группы. Какой товарооборот прошел в мае? Сакраментальный вопрос. Какой товарооборот прошел в мае? Ну, слушайте, у кого нет переливов, я вам хочу обрадовать, у меня тоже их нет. То есть, если у вас нет переливов, Господь это видит, что вы можете это делать сами. Лидер – это не тот человек, который ждет переливы. Лидер – это тот человек, который создает. Как вам такая идея? Какой сохраненный объем? Шестой вопрос. На начало июня. Какая квалификация за май? Сколько в твоей команде квалифицированных людей, менеджеров, старших менеджеров? Для лидеров это могут быть вопросы там, управляющих директоров, корпоративных директоров. Какой процент даймонда в твоей команде? Диаграмма чека. Очень хорошо иметь. Мне понравилось, Назима Фадеева однажды на BBS в Москве показала диаграмму развития своего чека. То есть это ясно, понятно, куда же движешься, когда бывают взлеты, когда падения. Ты можешь проанализировать и ответить себе на этот вопрос. Какой процент даймонда в команде? Дальше. Диаграмма чека. Сколько список имен у тебя? Помните правило, что наши люди всегда будут делать меньше, чем мы. То есть, если мы хотим, чтобы наши люди писали нормальные, достойные лидеры сетевого бизнеса и компании PL списки имен, нам нужно написать очень большой список имен и уделять этому время ежедневно или каждую неделю дополнять его. Дальше. Умеешь ли ты делать холодные контакты на земле интернете? В каких соцсетях у тебя есть аккаунт? Есть ли у тебя, например, канал YouTube свой? И 14-е – это статистика. У каждого человека должна быть своя собственная статистика. То есть это конверсия называется, да? Она есть у каждого предприятия, у любого бизнеса. Любой магазин, любой бизнес создает исходящий поток рекламный и имеет от этого каких-то клиентов, из которых какой-то процент становится постоянным. Я права? Просто опуститесь на землю, у нас есть свой собственный бизнес, и это электронный магазин. Так, мы сейчас вот по этому прямо и пойдем. Смотрите, по этому списку. Сколько партнеров? Но начну я с квалификации. Что такое квалификация? Очень многие люди путают, не понимают. Я зашел на Diamond, у меня стоит без квалификации. Запомните, квалификации выставляются один раз в месяц по итогам. То есть квалификации выставлены сейчас за май по итогам мая. Если кто-то уже перешел на пакет Diamond и у вас нет квалификации, она появится по итогам июня. И у нас всегда есть две квалификации. Смотрите. Есть квалификация корпоративный директор, это самая максимальная квалификация. Нижняя квалификация отображает произошедшее в прошлом месяце. То есть я всегда говорю так, верхняя квалификация – это погоны, нижняя квалификация – это ваши деньги. Кто пришел за деньгами, напишите, пожалуйста, в чате. Кто пришел за деньгами? Есть такие люди, да? Но кто-то пришел за погонами, а кто-то пришел за погонами и за деньгами. Но если вы точно ответили себе на вопрос, что ты пришел за деньгами, вам нужно обращать внимание на квалификацию нижнюю. Потому что именно квалификация нижняя будет отображать ваш заработок за прошлый месяц и ваше движение по карьерной лестнице. Если, например, вы ставите четкие, ясные, доступные вам для понимания, и ваш мозг верит в это, то вы будете продвигаться по этому. Значит, как мы можем посчитать количество, увидеть по количеству партнеров в ветках в бэк-офисе? Мы идем на первую страницу домик, и вот здесь есть активная ссылочка, нажмите, чтобы развернуть. Вверху. Мы нажимаем на нее, нам разворачиваются наши ветки и количество людей в каждой ветке. Первый ID-номер – это тот человек, с которого начинается. Да? Здесь же указывается остаток с прошлого месяца. Обратите внимание, вот здесь 52 тысячи – это остаток с прошлого месяца. Следующий момент, где посмотреть.
Смотрите, количество моих личных, лично приглашенных. Оно пишется из бэк-офиса внизу, там справа, если вы видели, да, за бонусной картой, по которой выплачивается возвратный бонус. Но можно также количество лично приглашенных людей посмотреть. Мы нажимаем «Структура», «Просмотр приглашенных», и там выбираем вверху первую линию, и там будет полный список тех людей, которых мы пригласили, с их номерами телефонов и с их почтой. Анализируем, выписываем. Дальше, вот, это первая линия, да? Если мы, например, эту первую линию можем поменять, вот, следующий пункт у нас был процент активных людей. То есть, когда мы нажимаем «Просмотр приглашенных», там появляется наша личная группа. То есть, бинар нам дает перелист, а линейный маркетинг, встроенный в бинар, потому что он у нас маркетинг, от бинара идет только групповой бонус, линейный маркетинг нам дает что? Лидерский бонус и структурный. Кто меня понимает, о чем я говорю? Все ли понятно? И поэтому, если мы люди, которые стремимся к тому, чтобы потихонечку переходить в пассивный доход, мы все, наверное, имеем такую цель, нам переливы не дадут этого. Нам пассивный доход, то есть структурный бонус, дает только наша личная группа. Групповой бонус у нас очень хороший, он дает нам много денег, но нашу безопасность и то, что мы в перспективе можем иметь пассивный доход, это то, на что мы вообще не тратим ни минуты времени, это дает нам структурный бонус. Вот, поэтому для того, чтобы проанализировать, какой процент активных людей в моей группе, я захожу в просмотры приглашенных, смотрю, считаю, сколько у меня на первой линии людей, на второй, на третьей, на четвертой, и также я могу посмотреть, сколько людей из моей первой линии сделали активность в этом месяце, сколько людей со второй линии, нажав просто на покупки приглашенных. Следующий момент. Товарооборот в мае, сакраментальный вопрос. Как посмотреть товарооборот в мае? Мы, смотрите, квалификации, они в основном сначала считаются по групповому бонусу. То есть, есть товарооборот, который мы создаем, он суммируется, и от этого товарооборота нам платится групповой бонус. Мы заходим куда, напишите в чате, где это можно посмотреть? Правильно, бинар. Сводная информация, нажимаем. Выбираем, вот здесь мы можем выбрать месяц любой и любой год, если мы работаем больше года, да? Меня слышно нормально? Что-то вы затихли. Нормально слышно? Ира, ты пишешь по-арабски. Видео я не включаю никакое, я сейчас просто говорю. Значит, выбираем месяц, допустим, это май. И у нас есть вот, если у вас одна ветка, то у вас будет вот такой вот с переливом, то будут вот такие красненькие цифры. Если у вас две ветки, то красненькая ветка – это большая ветка, а маленькая, это, которая поменьше ветка, она будет зелененьким светиться. Да? И вот как же мы можем посчитать товарооборот, который прошел в мае. Смотрите, мы нажимаем, справа смотрите на слайдик, нажимаем на верхнюю строчку, где PV, первого периода, на первую строчку первого периода, где находится PV, щелкаем мышкой, у нас появляются две цифры. Первая – это остаток за прошлый месяц, который перешел на май месяц. Вторая цифра – это прошедший объем за первый период, мая месяца в большой ветке. Точно так же мы нажимаем на второй период, там тоже будет две цифры. Считаем, приплюсовываем к 2400 тот товарооборот, который прошел за второй период. Также делаем третий, четвертый период. Суммируем эти цифры, у нас получается товарооборот в большой ветке. Кто понимает, о чем я говорю, напишите в чате. Все ли понятно? Понятно, отлично. Если у кого-то не слышно или не видно, вы просто перезаходите, потому что все люди видят, слышат и еще даже некоторые понимают. Спасибо вам большое за обратную связь. Теперь смотрите, если мы заходим на малую ветку, там мы просто складываем PV. У нас считаются квалификации в PV, поэтому в большой ветке мы нажимаем на верхние цифры, складываем прошедший товарооборот, и в малой ветке мы считаем товарооборот. И мы это фиксируем, то есть мы сейчас все анализируем точку А, от чего нам отталкиваться.
Дальше мы можем сделать анализ, какой процент даймондов в нашей команде. Мы заходим в структура, просмотр приглашенных, и здесь будут идти списком ваша первая линия, вторая линия, третья линия. И вот здесь я как пример взяла, например, Татьяна зашла на пакет 200, потом перешла на пакет 600. Например, Лариса, кстати, она здесь, да, Нагель и Андрей, они зашли на 1800, потому что это лидеры, и потом перешли на пакет 3000. Некоторые люди, они сразу заходят на 3000, тогда здесь не будет зелененьким, просто обыкновенным шрифтом написано 3000. И таким образом вы можете посчитать, сколько даймондов у вас на первой, второй, третьей, четвертой, пятой линии и так далее вашей группы. И тогда вы сможете примерно посчитать, какой процент даймондов в вашей команде. Дальше. Как можно посчитать, как можно составить диаграмму роста чека? Мы заходим на баланс. О, Штефан, приветствую. Как же ты меня там понимаешь по-немецки? У нас в чате сейчас супруг Илоны Милышевой. Привет. Смотрите, мы заходим в баланс. Мы нажимаем диаграмму, и здесь мы можем выбрать опять-таки любой месяц, любой год. Сначала мы выбираем год, нажав на треугольничек, потом мы выбираем месяц, потом выбираем число, то есть с какого, например, с 1 мая по 31 мая, и обязательно нажимаем кнопочку «Вывести». У нас появится наш чек за май месяц. Если вы хотите сделать диаграмму по периодам, вы можете выбирать 1 по 7, 7 по 14, с 15 по 21, с 22 до конца месяца. И делайте такие пометочки. Сделайте просто как бы координаты, да, по горизонтали отложите, это будет ваше время, да, периоды там или месяцы. И так можно сделать целый год, а можно сделать 2 года. И по вертикали отложите количество денег, количество евро ваш чек. Потом откладывайте на этой системе координат и, соединяя точки, у вас получится диаграмма вашего чека. Вы увидите, ваш чек растет потихоньку или он иногда растет, потом падает. Вы можете посмотреть, в какой месяц какого года ваш чек растет. Я, например, села, проанализировала, и у меня получается, что чек может взлететь в 2 раза, когда есть какие-то промоушены, когда есть какие-то события. Это мне сразу говорит о том, что на события нужно работать, да, нас вот как с младенчества в сетевом бизнесе научили, что нужно на события быть обязательно, то есть события – это лифт к вашему успеху. Вот, если вы будете правильно пользоваться событиями, это будет рост чека. Вот, если есть какое-то падение чека, на это тоже, наверное, есть объяснение. Но я хочу вам сказать, что, проанализировав свой бэк-офис, я вижу постоянный рост. И я не вижу падений чеков особых. И это меня очень сильно радует, когда я проанализировала, я подумала, как долго и как много мы уже зарабатываем в EPL. Дай Бог здоровья Сергею Сергеевичу, нашим великолепным наставникам, которые нам всегда и во всем помогают. Кто понимает, как сделать диаграмму чека? Мы тогда перейдем к другому пункту. У меня еще очень много информации, а я уже половину времени проговорила. Кто был в Турции? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто был в Турции, кто помнит, это невероятное событие. У кого еще внутри не остыл энтузиазм? А кто-то был в Турции и еще едет в Киргизию. Нас ждет невероятный форум, который готовят наши лидеры Шаир и Зарина Мамашева, наши невероятные лидеры Киргизии. Вот смотрите, на Agile Seasons наш дорогой, любимый и очень сильно продвинутый в сетевом бизнесе наш великолепный президент подарил нам тетради, да? Кто не поехал, облизывайтесь. Тетради, которые новые тетради по MLM. И там есть превосходная таблица. Единственное, что она, конечно, для лидеров, да. Но если человек с большими амбициями, может сразу ввести эту таблицу. Или может упростить, допустим, квалификация не управляющего директора, например, директора, да, запланировать в первой линии сколько. Пользуйтесь этой таблицей, потому что она у нас сегодня есть в EPL Office во втором шаге. Вы можете скачать, распечатать, сфотографировать, то есть сделать скриншот. Это все уже доступно. У нас, кстати, очень сильно изменился EPL Office. Кто туда заходит? Напишите в чате.
какой дизайн, сразу видно стиль и вкус Ольги Куликовой. Я когда зашла, просто невероятная роскошь и по дизайну, и по доступности, и по материалам. Сегодня там уже есть книга, наша брошюрка «Начинаем вместе», первые шаги. И можно очень сильно упростить себе работу, просто скинув ссылку или показав партнеру, где он может это почитать, потому что там огромный кладезь просто информации. Вот это планирование квалификации для лидеров. Начинайте это делать, потому что если вы не начинаете, ваша команда тоже не будет это делать, и их люди не будут делать. Все всегда начинается с нас или не начинается, да? Итак, мы с вами сейчас немножко поговорим о карьерном росте и тех квалификациях, которые нужно выполнять. Но очень многие люди, особенно те, которые не работали в сетевом, не имеют опыта, они очень часто задают вопрос, зачем мне делать квалификации? Зачем мне их нужно делать? Я пришел за деньгами, мне нужны деньги. И этот человек вообще не понимает, что карьерный план – квалификации – это компания мудрая, продвинутая, это руководство компании, которое уже выстроило маленькие шажочки, которые вы можете достигать, ставить себе промежуточными целями, и эти шажочки дадут вам возможность выйти на очень большие доходы. Ну вот есть у меня видео, я долго думала, ставить или нет, и все равно я хочу вам его поставить, потому что это очень архиважно. Вы должны понимать, что энергия денег – это очень жесткая энергия. Она приходит только к человеку, когда он к ней готов. А вот сейчас мы зарабатываем столько, сколько мы можем зарабатывать. Если мы хотим зарабатывать больше, нам нужно меняться не только в профессиональном уровне, но и обязательно в уровне вибрации, дай Бог здоровья Елены Динеевой, которая дала потрясающий тренинг в Турции, да, и, естественно, нам нужно учиться управлять эмоциями, потому что человек может иметь только столько денег, сколько он может потерять без потери здоровья и жизни. Потому что привлекать большие деньги с нуля очень опасно. Смотрим видео. Добрый день, друзья, с вами Евгений Дейнек, тренер успешных людей. Я вас приветствую на 5-м уроке курса «Привлечение денег». Этот урок один из самых, наверное, важных во всем нашем курсе. На нем мы будем с вами разбирать технику безопасности в обмен привлечения денег. Когда мы начинаем привлекать деньги, очень важно, чтобы мы с вами учитывали некоторые очень важные моменты, благодаря которым мы способны или можем избежать различных проблем с вашей ментальностью, либо с вашим физическим телом. Поэтому слушайте внимательно, сегодня будет один из самых важных уроков, который позволит вам пойти дальше, быстрее и привлекать деньги все больше и больше и больше, максимально для вас безопасно и комфортно для каждого из вас. Для того, чтобы пойти дальше, давайте немножко вам расскажу, как оно бывает у обычного человека. Ну, предположим, обычный человек, который зарабатывает 1000 долларов. Вот мы рисуем его уровень доходов. Это так называемая, еще можно назвать, это зона комфорта, и он зарабатывает 1000 долларов. Мы также знаем, что обычно у человека, у любого человека доходы немножко колеблются. Там плюс какие-то копейки, там 10, 20, 50 долларов, может быть 100 долларов, минус 100 долларов. Но в общем и целом доходы вот держатся на этой планке. Если посмотреть, например, на его диапазон, его доходов, он примерно такой вот. Где-то больше, где-то меньше, где-то так, где-то сяк. В общем, по итогу примерно 1000 долларов. Но есть некая такая амплитуда, к которой человек привык. И в этой амплитуде есть и максимум, и минимум. Максимум, который к нему привык, этот человек, и минимум, к которому он тоже привык. Когда эта амплитуда падает ниже, чем этот минимум, человек начинает волноваться. Это естественный момент. Окей. Но мы с вами здесь собрались для того, чтобы привлекать деньги. И когда ты говоришь, я вот сейчас зарабатываю 1000 долларов, но я хочу зарабатывать, предположим, 100. Я думаю, что сейчас многие люди себя вот в этот момент узнали. Уже наверняка намечтали, вот я буду там привлекать себе там тысячи долларов, сотни тысяч долларов, миллионы, вдруг я стану резко миллионером. Вот в этом есть очень важный момент, потому что это может быть просто опасно. Сейчас я поясняю почему. Смотрите, когда у человека есть доходы и уровень доходов 1К, есть его амплитуда. И когда мы говорим, что я хочу не 1К, не 1000 долларов, а 100 тысяч долларов, это означает, что моя амплитуда сейчас должна вырасти в диапазон плюс-минус 100 тысяч долларов. Поясню. Вот мы сразу должны учитывать и этот диапазон в минусе, и диапазон в плюсе. Плюс 100 тысяч долларов и минус 100 тысяч долларов. И когда мы с вами к этому
внизу не готовы, на это никто не даст. Что происходит, когда мы начинаем активно мечтать, и начинаем активно притягивать деньги, и активно намереваться зарабатывать больше? Вы должны понять, когда мы находимся в точке 1К, и наши доходы 1 тысяча долларов, то для того, чтобы попасть в 100 тысяч долларов, должно произойти очень много различных изменений, в том числе в вашей жизни и в том числе в тех способах, которыми вы активно привлекаете либо зарабатываете деньги. Поэтому здесь, когда мы находимся в точке 1 тысяча долларов, это наш нормальный доход, и мы ходим на работу обычно за эти деньги, то для того, чтобы получать 100, нам нужно переделать полностью все, что у нас есть, в том числе и работу. И обычно может быть такое, когда ты начинаешь притягивать деньги, у тебя в первую очередь забирается работа, забираются старые друзья и забираются твои источники доходов. Почему? Потому что для того, чтобы создать тебе доходы на 100 тысяч долларов, ты должен что-то изменить. Скажу прямо, все нужно изменить. Поэтому для того, чтобы что-то изменить, если сейчас что-то забирается, потом ты сам, либо тебе дается ресурсы для выстраивания новых, совершенно новых источников. Поэтому чаще всего происходит следующее. Когда мы себе говорим, я хочу 100 тысяч долларов, а я зарабатываю 1 тысячу долларов, говорит, окей, давай. Вот так обычно и происходит. Сначала идет яма, потому что в этой яме мы полностью переделаем все, что у нас есть. А потом идет резкий рост. Есть. И когда я говорю 100 тысяч долларов, так оно происходит. И вот на этой точке, идет уже по дороге, люди могут очень сильно переживать, очень сильно нервничать. С одной стороны, они хотят притягивать деньги, они к этому стремятся, с этим работают, они в это инвестируют время, усилия. И все идет кардинально противоположному. Потому что они пока что не понимают, что все, что происходит сейчас в качестве разрушения, это необходимые предпосылки для создания нового. Вот предположим, у вас есть небольшой старенький дом, где-нибудь за городом, и вы захотели построить новый дом, большой, и у вас есть участок. Что вы делаете? Вы берете старенький дом, сносите подчистую вместе с фундаментом, и уже на освободившемся месте вы выстраиваете новый. То же самое здесь. Есть старенький дом, либо есть старенькие доходы. Я хочу новые, большие, красивые. Окей, давай мы все разрушим, а потом из этого нуля мы будем выстраивать новое. Вот поэтому здесь очень важный момент. По технике безопасности, как только вы начинаете работать со своими денежными каналами, как только начинаете привлекать деньги, вы должны для себя ставить цели и планки очень сильно обдуманно. Очень рекомендую вам, для того, чтобы вы успевали и физически, и ментально за изменениями в своих доходах, вы теперь с собой ставите цели не 100К, как многие хотели бы сразу, а ставите себе 3К. Давайте рисуем немножко как бы другую схему, чтобы вам было понятно, как можно дойти до 100 тысяч долларов в доходах. Все на самом деле очень просто. Предположим, есть у тебя исходная точка 1 тысяча долларов, и есть финальная точка 100 тысяч долларов. И между ними есть такой путь. Окей. Ты себе говоришь, я хочу зарабатывать 100 тысяч долларов. Но когда мы начинаем с этим работать, мы ставим себе цель не 100 тысяч долларов, а ставим себе 3 тысячи долларов или 4, но максимум 5. Почему? Потому что это та сумма, либо та цель, до которой вы спокойно, без особо глубоких трансформационных процессов можете дойти. Фактически вы это можете пройти максимально для себя безопасно и комфортно. Максимально безопасно. Не факт, что будет совсем безопасно, но максимально безопасно. Поэтому здесь мы себе ставим цель 3 там, тысячи долларов. Окей, мы начинаем к ней стремиться, мы начинаем с ней работать, активно пытаться ее притянуть, работаем с энергетикой тела, работаем со всеми необходимыми каналами, внешними, внутренними. Мы с этим работаем. И очень быстро создаются условия и создаются различные предпосылки и возможности создания этих потоков. Окей, создали мы эти потоки на 3000 долларов. Если, например, вы мужчина, вы просто создаете бизнес. Если вы женщина, вы просто создаете себе потоки уже более такие ментально-энергетические. Мы себе составили на 3000 долларов доходы. Окей, с этих 3000 долларов мы опять умножаем на 3. Соответственно, это же будет 9. Мы себе говорим, следующим нашей целью, я хочу себе 9000 долларов доходов. И ты опять максимально безопасно, без особых каких-то серьезных трансформационных процессов, можешь до этой точки дойти. Дошел до этой точки, отлично, мы себе ставим теперь 18 тысяч долларов. И опять новый этап, и опять ты раз за разом, потом у тебя будет уже больше сумма, потом уже больше сумма. И очень быстро, буквально за 23 года, ты можешь спокойно вот таким этапным путем
дойти до желаемой суммы в 100 тысяч долларов. Как видите, все в принципе просто. Но если пойдем... Оно будет очень полезным, потому что очень многие люди очень долго, месяцами, а иногда годами мечтают о каких-то деньгах и квалификациях и не видят того, как тому продвинуться. И очень многие люди на пути к успеху, к большим деньгам, они просто ломаются, не понимая, что жизнь просто их готовит к большим деньгам. Да? Вокруг ситуации и события складываются такие, как вам нужны, полезны для нас, для нашего роста. Полезное видео, да? Многих оно пугает, меня нет. Я думаю, о, так я пойду маленькими шажками, но я буду двигаться, да? И я могу себе ставить какие-то планы, в которые верит мой мозг. И я могу производить маленькие действия, которые в результате буквально через 2, 3, 4, 5 месяцев приведут меня к серьезным деньгам. Кто бы хотел выбрать такой путь? Напишите в чате, пожалуйста. А мы пробегаемся дальше. Что такое карьера? Это ступенечки, которые компания уже выстроила нам для того, чтобы мы, для того, чтобы мы начали продвижение. Итак, если вы начали бизнес в сетевом маркетинге, и тем более в компании EPL, и у вас не написаны цели, у вас не будет очень большого роста, я вас предупреждаю, потому что... Смотрите, это основополагающий тренинг, который нужно давать первым человеку, который новичок. Ни ссылки, ни приглашения, ни список имен, ничего. Первая цель, зачем он будет это делать. И цели эти могут быть в разных сторонах нашей жизни. У нас могут быть цели по здоровью, допустим, я хочу записаться в фитнес-зал или купить себе спортивный костюм. А у нас есть цели в семье, допустим, да, какие мы хотим улучшения в нашу семью привести. У нас есть цели по доходам, по заработку. Что мы хотим купить и где мы хотим отдохнуть. Цели чем отличаются от мечты? Тем, что они имеют стоимость и срок исполнения. И если у вас еще не написана тетрадка цели, запомните, что очень быстрого продвижения у вас невозможно, потому что деньги приходят только на цель. Если у человека нет цели, это значит, что деньги ему просто не приходят. Пожалуйста, сядьте и потратьте миллион долларов. Представьте, что они у вас есть. Что вы будете делать? Напишите маленькие цели, совсем маленькие, чуть побольше, больше и больше, заканчивая там недвижимостью или покупкой какими-то большими покупками. Обещайте мне, что напишите цели, кто не написал, потому что без этого все будет мертвым. И также есть люди, цели, у нас также есть цели в бизнесе, то есть мы хотим доход, мы хотим карьеру, квалификации, у нас есть возможность продвигаться в техническом обучении, потому что я думаю, что здесь находятся люди, которые хотят освоить пространство интернет, и лучше это делать запланированно, маленькими шажками. Этот месяц я осваиваю YouTube, в следующий месяц я осваиваю Instagram, может быть, эту неделю я сконцентрируюсь на WhatsApp, на его возможностях, и таким образом, планируя, вы потихонечку освоите все необходимые, никаких здесь премудрости нет, просто нужно сесть и научиться это делать. И также у нас есть то, что приводит нас к деньгам. Запомните, единственное, что нас приводит к деньгам в компании, это исходящий поток. То есть, когда мы звоним, и когда мы проводим встречи, когда мы приглашаем на презентации или на трехсторонний разговор, или на вторую встречу, только вот это называется исходящий поток, и только это приводит нас к деньгам. Все остальное – развитие, компетентность, профессионализм – это те вещи, которые постепенно вас будут вести к деньгам. Да? У нас люди могут зарабатывать, ничего не зная, ничего не понимая, ничего не умея, если они поймут, что бизнес нужно делать вдвоем с наставником, неважно, за сколько тысяч километров он живет. Звонить можно по скайпу, у вас спонсор вас будет слышать, как вы звоните, и подправит вас. И встречи можно производить тоже в интернете, используя скайп или ссылки на презентации, на ролики, и потом трехсторонний звонок в скайпе или по телефону. Итак, пункт Б. Это наша цель на июнь. Она должна быть четкая, понятная и та, в которую мозг ваш верит.
Какую вы хотите квалификацию? Сколько вы хотите подключить новых личников? Здесь собрались люди из разных стран, регионов, которые работают в разное количество времени в компании. Каждый из вас находится на каком-то своем периоде. Я не могу здесь сделать для каждого из вас, вы должны по этой схеме просто сделать себе план на июнь и поделиться этим планом с вашей командой и услышать у вашей команды, какие у них планы. Я сейчас рассказываю для людей новых. Сколько новичков, новых личников вы собираетесь подписать? Сколько из них будут даймонды за июнь? Какой товарооборот вы хотите за июнь? Если у вас две ветки, значит, какой вы хотите справа, какой вы хотите слева? Если у вас больше веток, какой вы планируете товарооборот? Какой вы планируете в слабой стороне, какой в сильной стороне? Сколько личников, личных партнеров квалификации и в какой квалификации? То есть мы же работаем с людьми, мы можем зарабатывать, если наши люди зарабатывают. Мы работаем для кого-то, мы работаем с кем-то. Вы должны точно знать, с кем вы проведете это время июнь месяц, чтобы вывести человека на определенную квалификацию, на определенный чек. И таким образом, когда исполняются цели наших партнеров, исполняется наша цель. Но мы тратим время своей жизни на то, чтобы помочь этим людям подняться. Какой доход за июнь вы планируете? И какую цель вы достигнете в июне? То есть, если у вас написаны материальные цели, вы должны понять, что мозг должен связать работу, то есть создание исходящего потока с удовольствием. Поэтому здесь я вам не рекомендую отдавать сразу все долги, вам нужно исполнить хотя бы какую-то маленькую свою цель. Возможно, вы купите флакончик духов, или какие-то туфельки, или какой-то шарфик, но вы должны обязательно себя порадовать, поощрить, а это можно сделать только если у вас написаны цели. Ходите по магазинам, ходите по интернету, ищите то, что вам понравится, вырезайте картинки, клейте в ежедневник, клейте туда, где вы чаще всего это видите, около вашего компьютера. Возможно, что это будет в туалете, да? Возможно, что это будет около зеркала, когда вы умываетесь. Возможно, вы напишите цель свою, наклеите картинку и повесьте просто на потолок. И первое, что вы будете встречать, это то, зачем вам нужно вставать и что-то делать. Кому такая идея нравится? Значит, смотрите, у нас уже осталось немножко времени, я сейчас не укладываюсь, но я думаю, что здесь собрались люди, которые имеют реальные цели и планы на этот год и на июнь месяц, поэтому не спите, просыпайтесь, и сейчас будет самое интересное. Смотрите, у нас квалификации, и 4 первые квалификации, они вообще не связаны с вашими лично приглашенными людьми. То есть первые 4 квалификации можно пробежать, если только у вас есть движущая, хорошая спонсорская ветка. То есть эти квалификации, это не статус, на который вы вошли, это товарооборот, который прошел за вашим аккаунтом и отображен в бинаре сводной информации. Если за вами по итогам месяца прошел товарооборот 500 PV, вы находитесь в квалификации менеджер. Если 1000, вы старший менеджер. Если за вами прошел товарооборот 2500, вы директор. Если у нас иногда сбои бывают там на сайте, вы должны сами пойти и посчитать ту квалификацию, с которой вы закончили май месяц. Если вы старший директор, за вами прошел товарооборот 5000 PV. И дальше я смотрю, какую я хочу квалификацию в июне месяце, какая мне под силам. Потому что следующие две квалификации, они уже будут связаны с вашими лично приглашенными людьми. И это товарооборот 10000 PV и 2 лично приглашенных директора. Поэтому первое, что бы я вам рекомендовала сделать после нашего вебинара, поскорее зарегистрировать личных партнеров, потому что как только вы поставите своих личных партнеров, то за ними сразу освобождается следующее место, куда могут поставить люди, которые находятся выше, и ваши лично приглашенные люди. Понимаете, чем больше личников у вас будет в большой ветке, чем больше, чем выше они будут стоять, тем скорее они будут квалифицироваться. Например, вы зарегистрировали 2 личников, лично приглашенных людей, поставили структуру, и за ними прошел товарооборот 2500 PV. А всего в структуре прошел товарооборот 10000. Все, вы управляющий директор, но это по маркетингу. Помните, что нижняя квалификация – это наши деньги. Если вы планируете квалификацию корпоративный директор, вы должны понять, кто у вас будет 4 управляющих директора. Кто это? Это могут быть даймонды, но тогда это даймонды в первый месяц.
Потому что во второй месяц управляющий директор, он будет самая высокая квалификация, максимально достигнутая, но нереальная квалификация. Поэтому корпоративный директор по маркетингу – это самая лучшая квалификация, она основополагающая, и это не зря, потому что корпоративный директор предполагает такой товарооборот от такого количества партнеров, в котором уже заложен хотя бы несколько лидеров. Это люди, которые будут работать, даже если вы не будете работать. И получается, что корпоративный директор – это где-то от 300 до 500 тысяч рублей ежемесячно. И это та квалификация, которую можно идти месяц, два, три, четыре, потому что вы можете запланировать себе управляющий директор. В следующий месяц вы можете сделать 10 тысяч CV в одной стороне и 5 тысяч в другой. Но вы будете продвигаться, и вы сможете это проанализировать, и вы будете достигать какой-то цели, а это значит, что вы сможете это объяснять вашим людям. Корпоративного директора можно сделать с нуля, как это сделали мы вместе с Людмилой Дерягиной, Игорем Гришко, вместе с Илоной Милышевой и вместе с Эмочкой нашей Поль, да? Но мы сделали это в первый месяц, когда пришли в компанию. Но поймите, что у нас огромный опыт работы в сетевом бизнесе, и даже за тысячи километров находясь, мы смогли зарегистрировать и оплатить, и это было даже без продукта в Германии, да? То есть, если вы уже имели какой-то в жизни результат, если вы имели в жизни успех, если вы в жизни имели деньги в традиционном бизнесе или сетевом, для вас это очень хороший, дерзкий будет план. И я такой план ставлю тем людям, которые уже как бы знакомы с деньгами, с серьезными, да? Но если вы только-только начинаете, и у вас еще не всегда получается приглашение, я думаю, что лучше поставить реальную цель, чем иметь разочарование ежемесячно. Кто со мной согласен? И вот вы смотрите на маркетинг-план и выбираете для себя цель. Какая для вас цель по силам, учитывая то, что сегодня 12 число и 14 числа закончится период, да? И реально останется только два периода. Вот, поэтому ставьте цели реальные себе и работайте над ними. И потом ставьте реальные цели вашим партнерам. И начнется движение. Потому что если человек сегодня говорит, что хочет квалификацию на станок директор, а у него даже 1000 CV не прошло, то он должен вот эту звезду привязать к земле, потому что мы всегда стоим на земле, мы смотрим в небеса, мы мечтаем, но мы должны стоять на земле и должны оценивать реально, что с нами происходит. Дальше у нас все две последующие квалификации, они связаны с квалификацией корпоративного директора. Поэтому, когда мы пришли в компанию, я Евгению Новикову, Даши дорогого амбассадора, спрашиваю: говорю: Женя, какая самая большая квалификация в компании? На тот момент была квалификация премьер-директор. И я ей говорю, что нужно сделать. То есть я хочу понять систему, да, алгоритм, что нужно делать. Товарооборот, понятно, он сложится. И она мне говорит, нужно 6 корпоративных директоров. Думаю, о, все, надо делать корпоративного и потом делать корпоративного своим людям. Это правильная у меня логика была, как вы считаете? Вот. И тогда что? Дальше идут у нас национальный международный премьер-директор. Это у нас товарооборот в слабой ветке. Если эта ветка слабая, то как бы априори предполагается, что есть сильная, в которой тоже прошел такой товарооборот. Или этот человек, или этот товарооборот находится в запасе, или вы его создаете в одной и другой ветке одновременно, что тоже реально, потому что Евгения Новикова, она сделала в один месяц национальный директор в прошлом году, в следующий месяц с нуля она сделала международный директор, и в следующий месяц она сделала премьер-директор, да? То есть все реально. Вы, самое главное, должны понять, что реально для вас, и расписать это на ближайшие месяцы, то есть как вы будете это делать. Дальше мы продвигаемся, и вот у нас так, точка А и точка Б. Сохраненный объем такой-то, хочу товарооборот создать вот такой-то. Если это две ветки, одно, товарооборот в одной ветке, во второй. Дальше, количество партнеров у меня вот такое, сколько я хочу количество партнеров. Если вы проведете статистику и анализ вашего бэк-офиса, вы поймете, какой прирост у вас идет в сети. То есть примерный процент, да, и вы можете здесь уже заложить, предположить такой же процент роста вашего количества партнеров. Какую вы хотите, какая у вас была квалификация в мае, какую вы хотите. Это понятно? 12 число это сегодня, 14 числа закончится период, и будет у нас еще два периода, один из которых будет целых 9 дней, даже 10, по-моему, да?
Так, теперь смотрите, как можно считать. Вы можете считать по-всякому. Я вам рассказываю, как считаю я. Я взяла среднеарифметическое. То есть от пакета 220 евро премия, от пакета 3600 евро премия. Это для европейцев. Если, например, это рубли, пишите условные единицы, значит условные единицы переводите в евро, потом переводите в рубли. То есть нужно сложить все цифры премиальные и разделить на 5. Получится среднеарифметическое. Мы же не знаем, на какой пакет человек придет, да? Если это средний пакет, то есть один человек пришел на 200, другой человек пришел на 3000, у нас получается среднее. Значит, что нам дает то количество PV, которое входит в квалификацию? Нам дают первичные закупки, то есть это новые партнеры, и также это апгрейды, то есть это все, что покупается в компании по первичной цене. Дальше. Допустим, человек-новичок сейчас хочет поставить реальную цель. И впереди у нас чуть меньше 3 недель. Реально ли ему зарегистрировать 3 партнера на средний пакет? Если вы считаете, что это реально, то тогда вы можете посчитать, сколько денег вы заработаете. Если, например, это 3 партнера на средний пакет, то получится 33 тысячи рублей. Очень хорошая цифра. Если для кого-то она маленькая, вы можете поставить более глобальную цель, да, зарегистрировать 3 даймондов, например. Если кому-то кажется нереальным зарегистрировать 3 партнеров, то этот человек просто ставит себе чуть меньше цель. И дальше наступает тот самый закон Кувшинки, пресловутый, о котором знают все сетевики, который мне рассказали в 1997 году, и я просто в это поверила. Вот, и я всегда знаю, что здесь дело только в постоянстве и настойчивости, потому что если, например, в июне месяце вы заработаете в 2 раза больше, допустим, 66 тысяч рублей, ваш чек будет. И вы можете потом понимать, что в начале бизнеса мы активно работаем на первую линию, а там очень большой стартовый бонус. Вы можете планировать рост чека в 2 раза, в 1,5 раза. Вы можете планировать на 50%, на 30%. Запланируйте что-нибудь и отследите результат. Вы будете видеть, что для вас реально. Дальше, если, например, 3 месяца я работаю активно на первую линию, то, например, в августе я могу заработать 264 тысячи рублей. Рядом у меня тетрадка с написанными целями. Я вижу, в каком месяце, какого года я что могу приобрести, что, на что я могу потратить эти деньги. Дальше мы можем запланировать прирост чека. Я здесь рассчитала всего лишь на 30%, чтобы не пугать вас. Евгений Дайнеко предлагал увеличивать в 2-3 раза, да? Я предлагаю вам увеличивать хотя бы на 30%. И просто сесть однажды и просчитать хотя бы год. Лучше просчитать целых 5 лет. И написать грандиозные цели. И увидеть, что в 2019 году я куплю машину, а в 2020 я куплю виллу, например, в Швейцарии, да? Кто понимает эти цифры, чтобы я знала, что я достаточно доступно объясняю, да? Вы можете перезайти, Анна, и будет все хорошо. Значит, смотрите, вы умножаете на 30% и прибавляете ту цифру, которая была заранее. Получается у вас очень хороший, плавный переход. И даже если мы работаем вот так потихонечку, не ставя каких-то грандиозных целей, но постоянно и настойчиво, то в конце концов к февралю месяцу, даже уже в январе месяце мы приближаемся к 1 000 000 рублей. Кто хотел бы 1 000 000 зарабатывать? Вот вам очень понятная, простая схема, как туда прийти, даже если вы сегодня только-только новичок. Обязательно введите статистику. Что это такое? Это ваша эффективность. И я вам хочу сказать, что ваша статистика будет улучшаться, ваша эффективность будет расти, потому что только деланием, да, когда мы делаем, мы улучшаемся. Как понять вкус апельсина можно, если его укусить. Понять, как нужно приглашать, можно только приглашая. Изучая нет, смотря нет, слушая нет. Только когда вы делаете, когда вы проводите встречи, первый раз это страшно, второй раз страшно, 10-й раз, как будто ты всю жизнь это делала, понимаете? Поэтому ваша статистика будет улучшаться. Вы это отслеживаете, сколько я людей пригласил, сколько людей у меня пришло и сколько людей у меня заключили контракт. То есть создается очень простая, элементарная воронка продаж, которая существует в каждом магазине, где люди не падают в обморок. Если вы открыли магазин, вы же не падаете в обморок, если люди мимо прошли и не зашли к вам. Вы же его не закрываете. Вы не бежите, не закрываете свой магазин и не идете на прежнюю работу. Вы просто понимаете, это нормальный закон чисел. Это воронка продаж, которая существует у любого большого или малого предприятия.
И нужно эту воронку просто начать создавать и отслеживать вашу статистику. И если вы действуете, то у вас создается конверсия. Самый плохой выход на теплом рынке – 1 из 10. Самый плохой выход, когда вы начинаете на холодном рынке – это 1 из 100. И у вас есть выбор. Или вы идете работать на теплый рынок, или вы идете на холодный рынок. Я вам предлагаю идти параллельно и осваивать эти два пространства. Но я плохо вижу, что новичка мы отправляем на холодные контакты в интернет, если у него нет вообще даже телефона нормального, да? То есть нам опять нужно начать работу так, чтобы нас возможно было повторить. Теплый рынок смогут повторить любой, кроме того, там есть элемент доверия. Просто разговаривать вы должны не сами, а ваш наставник, потому что основополагающий принцип построения большой структуры – это правило треугольника. Когда новичок только приглашает, и то под присмотром спонсора, наставник проводит встречу, а гость принимает решение. Он говорит вам «да» или «нет». И в принципе, по большому счету, это не имеет никакого значения, что он скажет, да или нет. Вы создаете исходящий поток, это то, что вы должны делать и улучшаться в профессиональных навыках. Ежедневное планирование. Напишите, пожалуйста, в чате, у кого уже есть ежедневники. Если у вас нет ежедневника, если у вас нет списка имен, если у вас нет цели, это первое, что вы должны сделать, потому что это дает вам спокойствие. Вы знаете, что, когда у вас происходит, вы знаете, что, когда вам нужно делать. Вы пишете это заранее, можно писать на неделю, на месяц, на год, все свои квалификации, все свои товарообороты прописать на год вперед, как советует Евгения Новикова. Но когда мы спим, наш мозг не спит, поэтому если у вас есть план, уже Вселенная работает для того, чтобы он прошел у вас благополучно, вы к нему осуществили свои цели. И здесь уже вырисовывается такое, ой, извините, не туда, сейчас одну минутку. Нажала не туда, ага. И тогда что дальше идет? Планирование времени. Очень многие люди говорят, мне некогда. Или что, подожди, в смысле некогда? То есть, смотрите, у Сергея Сергеевича Куликова 24 часа, и у президента страны России, например, Путина, 24 часа, и у каждого из нас 24 часа. Это что значит? Это значит только одно. Не умеем руководить временем своим, распорядиться, плюс мы не расставили приоритеты, потому что даже если человек еще ходит на работу, 7 часов она занимает у него, и 7 часов, допустим, он спит, много, кстати, и 2 часа даже домашние дела какие-то делают в основном женщины, то куда-то все равно пропадают ежедневно 8 часов. Кому страшно от этой цифры? Еще раз повторяю. Если вы не работаете в какой-то на вашем месте работы, вам никто не будет платить денег. Если вы не работаете в ИПЛ, не ждите денег, потому что это глупо. Очень многие люди мне говорят, а что квалификацию надо делать каждый месяц? В смысле квалификации? У тебя магазин, он сделал товарооборот в этом месяце. Ты получил прибыль. На следующий месяц уже не надо делать товарооборот, чтобы получать прибыль в магазине. Или надо? Напишите в чате. Надо создавать товарооборот в своем собственном магазине, чтобы иметь прибыль? Или это нужно только делать один месяц? У нас же деньги платятся от товарооборота. Надо, просто примите это, да? Итак, планируем время. Чтобы планировать правильно время, нужно расставить приоритеты. То есть в вашем ежедневнике нужно написать правильные вещи. Это исходящий поток, потому что исходящий поток, звонки и встречи – это то, что приведет вас к деньгам. Вы должны это делать в первую очередь. Во всю остальную очередь, во все остальные ваши дела нужно писать в промежутках. Их тоже можно сделать, но приоритет – это то, что вы утром планируете. Утром, пока вы спят, вы визуализируете. Утром вы моетесь или медитируете. Утром – это время ваше. Вечером, когда ментальное пространство городов не засорено, это снова ваше время. Это что, на что уделяют лидеры огромное количество времени, да? И вы должны обязательно планировать в это время. Это ваше то, что поменяет полностью вашу жизнь. Потому что срочные дела не закончатся никогда. Они есть у всех. У нас тоже есть дети. Они почему-то и мужья каждый день хотят кушать. Им надо стирать, гладить. У нас куча таких же забот, как у всех остальных людей. Вы должны просто правильно расставить приоритеты, поставив правильные цели. Вот такую табличку я уже показывала. Здесь очень пространная такая табличка. Вы можете ее сократить до расширения списка имен.
и приглашение, звонки, первая встреча и контракт, вы можете сделать короткую. Но вы должны верхним, вот, разделить диагональю пополам квадратик, в верхнем треугольничке пишите ваш план, вечером честно сам себе пиши ответ, сделал ты или это или нет. Потому что если вы хотите подписать троих человек на теплом рынке, вам нужно сделать всего лишь навсего несколько десятков звонков, 30, например, или 33. Если это разделить на оставшееся время, которое у нас осталось до конца месяца, это сколько дней осталось? Сегодня 12, 28 дней. 28 дней – это всего лишь по полтора звонка в день. Это становится реальностью, это понятно. Делая маленькие вещи каждый день, вы приближаетесь к большой цели. Как вам такая идея? 18 дней, да. Вы должны знать свою статистику, у вас должен быть список имен, написанные цели, зачем вы это будете делать, и ваш день должен быть спланирован с вашими наставниками. Все просто. Все остальное, знаете, я вам что хочу сказать? Некоторые люди, ну, читают меня жестко. Все остальное – болтовня и иллюзии. Все остальное – эмоции. Если избавиться от эмоций и беспокойства по поводу того, что человек скажет, которому я позвоню, придет или не придет, что это будет, как это будет, как он завтра про меня будет говорить, это все выдуманный мир. Это мир иллюзий, который мы придумали, и мы в нем живем. Это отнимает нашу энергию. Вспомните, наши дети, они, вот маленькие дети, они же как бегают, у них сколько энергии, они с утра до вечера бегают, их невозможно уложить и усадить. У кого маленькие дети? Это так? Напишите. Почему? Потому что у детей нет эмоциональной памяти. Их обидели или по попе шлепнули, они поплакали и забыли. Они об этом не думают ни вечером, ни завтра с утра, ни через год. Понимаете? У них нет эмоциональной памяти. Поэтому старайтесь избавиться от этого, следить за собой, потому что есть вещи, которые мы можем поменять, есть вещи, которые нужно принять. Не мы можем сделать для человека все, кроме того, чтобы желать для него. Мы делаем маленькую работу каждый день, мы делаем приглашение, мы делаем качественное рандеву, и человек, он говорит да или нет. Это вообще не имеет к вам никакого отношения. Мы просто создаем исходящий поток. И обязательно очень хорошо командное планирование в начале месяца. Каждую неделю мы корректируем планы, потому что, смотрите, мы на основе статистики, у нас есть периоды, мы поставили себе большую цель за месяц, разбили на маленькие цели попериодные, и когда период прошел, и прошел товарооборот, который у нас есть в бэк-офисе, мы можем проанализировать. И, например, если у нас прошел товарооборот меньше, чем мы планировали, мы можем что? Позвонить спонсорам. Можем попросить скайп-встречу, приезд в город, можем попросить вебинар. То есть сразу же стучитесь, потому что если товарооборот не создается такой, как вы планировали, нужно предпринять какие-то действия для того, чтобы изменить эту ситуацию. Потому что если ее не менять, она не будет меняться. И на помощь вам придут события и помощь ваших наставников. Так, следующий. То, что я говорила, говорю и буду говорить. Много новых людей повторяю. Есть три базовых закона жизни. Они абсолютно универсальны. Они действуют, знаете вы о них, не знаете, понимаете, не понимаете. Запомните, одна исходящая единица, то есть, когда вы поднимаете трубку телефона, всегда равна одной входящей. Потому что это просто энергия, она никуда не может деться. Эта энергия, которую вы отдаете, она собирается и приходит в качестве одного человека, который становится вашим партнером. Все звонки, которые вы делали до этого, это партнеры, которые выстраиваются в команду этого человека, одного, который приходит. Самая большая ошибка новичков сетевого бизнеса, они думают, что нужно много людей. Поймите, здесь нужен один человек. Пусть вы на это потратите много времени, без эмоций, встречая, провожая людей, принимая их да или нет, не страдая, не переживая, не беспокоясь и не хотя за них, вы проводите встречи. И тогда, например, в один прекрасный день к вам приходит на первую линию Илона Милушева, и за ней выстраивается 5000 человек. Как вам такая идея? Закон номер два – дискретность. Это то, что мы сегодня можем запланировать, да? Смотрите, у нас впереди 18 дней, и мы можем с вами сегодня поставить ясную, понятную денежную цель, вкусную, до слюнок во рту, да? Пусть она будет небольшая, и разбить это на маленькую работу согласно вашей статистике, да, которую нужно проанализировать и знать, и тогда это нужно делать постоянно.
Если, например, вы не можете каждый день, хорошо, работайте два раза в неделю, но работайте. Что такое работа? Это 2-3 минуты времени на каждый звонок. Представьте, если, например, вы сделали 30 звонков и вам заплатили 33 тысячи рублей. Каждый раз, когда вы поднимаете трубку телефона, платите себе 1000 рублей, потому что в конце месяца именно так это будет выглядеть. И закон номер 3. Это побочный эффект. Например, пчелка летает с цветка на цветок, собирает нектар тупо для себя. И благодаря этому маленькому действию рождается побочный эффект, который гораздо важнее прямого действия. Это вообще позволяет жизни быть на земле, побочный эффект, да? То есть делается опыление. Поэтому, когда вы делаете маленькие действия, звоните, однажды вы это научитесь. Когда вы научитесь, вы не сможете разучиться, это станет с вами навсегда. А значит, в ближайшие 20-30, сколько Бог даст лет, вы будете абсолютно свободны, потому что люди не закончатся никогда. У нас есть интернет, у нас есть люди в наших городах, у нас есть люди в тех городах, куда мы перемещаемся. Мы всегда можем заговорить с человеком, рассказать ему информацию, получить да или нет и затронуть следующего человека. Вы становитесь предпринимателем, который профессионал в самой перспективной и самой высокодоходной области экономики – MLM. Когда вы достигнете какой-то квалификации или заработаете свою первую 1000 евро, вы никогда не сможете вернуться обратно. Как я говорю, ваш мозг уже отсоединен от матрицы, вы уже свободны, вы самодостаточны, вы знаете, что вы заработали эти деньги, 1000 рублей, 1000 евро. Если вы заработали 1000, вы обязательно сможете заработать 2000 евро. Вы сможете заработать 10 тысяч, потому что когда вы заработаете 1000 евро, вы понимаете, как вы начинаете работать с вашими людьми, и ваше окружение начинает, например, 3 человека зарабатывать по 1000 евро, вы зарабатываете 3000 евро. Это очень просто. И вы никогда не сможете вернуться и встроиться просто в работу, в этот обыденный мир, который, в этот мир, где живут большинство людей. Вы человек, который уже строите совершенно другие планы. Поэтому достигайте, стройте реальные планы, достигайте их, балуйте себя, передавайте эти знания вашим партнерам, анализируйте ваши бэк-офисы и поставьте себе хорошую цель, яркую цель к круизу в ноябре, потому что в круизе тоже будут. Знаете, я в этом году это пережила. Когда происходит 7-летие компании, и это Agile Planet, да, это большое событие, где все люди в белом, на большом круизном лайнере, то тогда там тоже бывают зрители и бывают актеры, то есть игроки, люди, которых вызывают на сцену. Я думаю, что если сегодня даже с нуля поставить какую-то серьезную реальную цель, можно достичь очень высокой квалификации, если вы будете вместе работать с вашими наставниками. Вот, благодарю вас за внимание, очень хорошо мне понравилось в Москве, очень хороший качественный интернет. Я хочу сегодня озвучить имя одного человека, который помогает каждому спикеру на каждом вебинаре. Его зовут Станислав Бакалов. Это человек, который нам скидывает информацию в чаты и помогает нам при проведении вебинара. Это невероятный профессионал, который всегда на связи, который всегда готов помочь в любой ситуации. Я очень сильно сейчас хочу его поблагодарить. Давайте ему поставим восклицательные знаки за его профессионализм. Попросим его скинуть запись этого вебинара, сохраним его и будем передавать нашим партнерам. Желаю вам отличного старта и обязательно контролируйте каждый период, насколько вы продвинулись и что вам нужно для того, чтобы это изменилось. Благодарю, поздравляю еще раз вас с праздником. Всего хорошего, до следующих встреч. Отвлекись от дел, скажи, в чем твое предназначение? Выбираешь ли свой путь или будешь мишенью? Да шаг за шагом нелегко, APL тебе поможет.
победы в новый день. Мы расскажем тебе, как нужно. APL, твоя семья, это выбор для лучших. Ты теперь один из нас, и мы тобой гордимся. APL, это мы, расширяем границы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты, вереницею событий. Мы с тобой, мы словно птицы. Ты достоин аплодисмента, ставишь цели, ловишь моменты. Стать еще сильнее.